Всем привет! Мы пришли со школы. Нам будет где кушать. Ку-ку. Что, карантина нет у вас пока? Насчет карантина не говорила, и, наверное, еще будет. В смысле? Карантин. Так уже каникулы. Типа карантин, но время каникул. Ты что делаешь? Проходит уже? Да. Она уже сухая. Мама рукой перевернула все сиськи. Рукой она перевернула их. Покушать. Маска. Вы самая, как и у Ксюши. Да. Вы друг другу купили одинаковые масочки. Смотрите, такая же, как у Ксюши. Вот такая вот. Зелененькая. Да. Иди неси Ксюше. Сейчас полезу. Что там? Там много всего. Давай. Да-да-да-да, не смотри только. Доставай, там несколько. Пошли, сына. Да. Что? Не знаю, что это. Ну, это какая-то конфетка. Какие-то сладости американские. Давай дальше. Это нутелла. На один кусочек хлебушка. Нет, на два. На два? Да. Смотрите, какая. А мне только на один. Есть же нутелла огромная одна. А это маленькая такая вот. Малипуська. Это тоже, да, кислятина? Два вкуса. Там их много? Raspberry, lemon, banana. Это жвачка или что? Нет, ну-ка, дай. Вот эту. Она должна быть очень кислая. Очень кислая. Уже... Нет, тут еще есть. Тут есть. Это водой будет запивать. Сейчас тебя скрутит. Я не знаю, что случилось с программой, где я монтирую видео, но я не могу обрезать. Я вот сюда нажимаю, она не работает. Я не знаю, вообще никакая функция не работает в этой программе. Я уже перезагружала, выключала, включала. Я не могу смонтировать вчерашний влог, понимаешь? Я выключала уже, ничего не работает. А мой компьютер, целый компьютер. Да, и выключала и компьютер. Я не могу смонтировать влог. Что делать? Надо ждать папу. Папа придет вечером. Если сегодня не получится, то, ребят, выйдут два влога в один день. Потому что я не знаю, я не могу обрезать. Как бы я не могу влог выложить, как бы, ну, не обрезанный. Вот, поэтому... Я не знаю, что делать. Придется мне подождать папу. И потом только монтировать. Но ничего страшного. Если сегодня не выйдет, то выйдет за два дня. Вот. Сейчас мы пообедаем. Какая она маленькая, посмотрите. Пакетики. Маргариты, все пакетики у Маргариты? Так, мадам Брошкина, пожалуйста, заправьте постель. И хватит тут жарить. Хватит жарить тут эти маршмеллоу. Устроила тут себе костер. Так, все, выбираем. 24? Чего? Нет, нет. Давай, мама, меньше. Я возьму один. Был же один. Был. Да? Я брала только два. Два? А ты? 22, потому что 2-2. Два. 2-22. 24. Эй, так нечестно! Ты два? Ты хотел, а ты 24. Все? Два? 24. Все, договорились? Принимаю. Принимаю? Принимаю? 2 и 22. 2-22? Да. Окей. Нет! Да. 2.22. Давайте, 2.22. Закрывайте свои земки. Так.
Закрывай, говорю. Марио. Да-да-да-да-да-да-да. Айфон. Айфон. Представь себе, да, айфон? Нет, он... Да? Было бы вообще... Давай, сейчас магнит открывать. Давай. Это кушать? Это кушать? Что там? О! Это шоколад какой-то, блин. Это с лимоном. Белый шоколад. Вау. Ну-ка, шоколад белый с лимоном. Мы такого еще не пробовали. Я не люблю шоколад белый. Тебе не нравится белый шоколад? Ну вот Маргарите попалась как раз. Шоколад. Что это такое? Это какой-то лабиринт. Панч-боб. Панч-боб. Это что такое? Это адвент-календарь. Адвент-календарь. А зачем адвент-календарь? Чтобы ты его сразу закрыла за раз. Это ж не чтоб ты каждый день открывала, а сразу открыла и все. Круто. Адвент... У тебя попался адвент-календарь в адвент-календаре. Такого у нас еще не было. Это первый раз. Это просто... Ух ты. Вау. Да. Твой любимый. Да. Попался адвент-календарь в адвент-календаре. Давай это просто... номер один. Давай. Я уже подумала, что это либо какая-то раскраска, либо какой-то да, альбом, либо там со стикерами. Пазл. Пазл. Я думала, может, какие-то стикеры, либо там раскраска, может быть. Упс, надо два окошечка. Та-да-да. Это кто? Это ангел. Это ангелочек, я думала, в форме Спанч Боба. А почему тут Спанч Боб нарисован? Маргуша пришла со школы с подарком. Дай мне подарочек, это мини. Это мини подарочек. А чей? Твой? Тебе! Это мне? Да, на Рождество. Давай. Нет, на Рождество. А я сейчас хочу. Ты что ли сама делала? Смотрите, ребят, Маргарита получила свою школьную фотографию. Ты уже показывала? Нет, я не показывала. Показать? Нет. Я говорю, ты хорошо получилась на фотографии. Я? Да. Вообще? Да. Это прям такая вещь нужная, да? Угу. Мне очень, очень сильно нужна. Точно? Да. Ну ладно. Я так и думала, что это блокнотик. Да, он мне очень нужен. Мне нужна записная книжка как раз. Спасибо. Вот такая вот. Спасибо. Круто, я как раз хотела покупать. Так, сейчас я буду варить гречку. И вот такие вот рыбные палочки в духовке сделаю. Ой, тут даже показано, можно сделать как такос. Видела? С каким-то зеленью, еще что-то там. Постов, каждый постов. Палочки. Каждый постов. Да. Мне кажется, по три хватит всем. По три. Сейчас. Как? Джим Дэнс. Так, Джим Дэнс. Джим Дэнс? Это что такое? Ну, он почему руками трогает? Хватит. Я и помыла, не бойся. Надо. Ну, в смысле, сейчас, конечно, помыла. Уже, Маргарит, хватит. Мама, машинка готова. Ну, на руки помыла там, главное. Мама. Бери руки. Маргарит, это в лицо не надо. Это неприятно. Давай я тебе в голову кину. Давай. Давай, мячик мне дай. Все, гонь. Давай, давай, быстрее, быстрее, давай, прыгай, быстрее, на, мяч. Давай, раз, два, и... Три! Где мячик? Киска. Сейчас дверь сломаете, все, хватит. Закончили бой. Все, закончили. Ксюша, все. Все. Все, хватит, все, помирились, все. Ксюш, пожалуйста, хватит. Ну все, хватит. Я же не могу против вас одна. Хватит. Ну-ка, всех разгони давай. Разгони всех.
Господи, боже мой. Сейчас полицию вызову. Давай. Так, ну что, рыбка. То есть палочки рыбные уже готовы? Так, салатик, у меня здесь морковка, салат айсберг, помидорчики и рыбка. Атун, короче, как он называется? Тунфиш. Вот. Консервированная. Ну ничего страшного. Так, сейчас я ее добавлю еще вот такой вот тартар майонезик немножко. И все, и мы будем садиться ужинать. Потом я покажу, папа наш уже пришел, он там лежит, отдыхает. Я потом покажу ему программу Final Cut, почему не работает, потому что мне монтировать же нужно видео. Сейчас уже вот второй влог снимаю, как мне еще нужен тот. За вчерашний день выложить и за сегодняшний получается. Вот, нужно решить эту проблемку. Гулять. Быстро гулять. Гулять. Пони. Что, не хочет? Она думает. Смотри, опять вернулась. Какие они вкусные, вот эти штучки, ребят. Что такое пробовал уже? Это просто... Это только здесь, в Швейцарии. Да? Смотрите, вот это вот рисовое. Это рис. Да, вот это вот хлопья. Не знаю, как они называются. Рисовые вот. Хлопья, да. Мипон. И шоколадом покрыты. Мипон. Это просто... Божественно. Божественно. Пойдем видео снимать. Угу. Так, сейчас Маргарита будет снимать свой образ. На Новый год. Я тебе только могу с прической помочь, потому что я тебе плойкой, ты пока еще сама не умеешь пользоваться. Я могу тебе с прической помочь, а все остальное сама. Бонечка, маленькая девочка моя. А потом ты встаешь рано и говоришь, тебя рано. Ну я не помню, вот у кого рано, у кого не рано. Вы, мне расписание ваше это надоело. Можно же всем учиться в одно время, нет? Вот, а кто-то учится с 7.30, кто-то учится с 8.20, кто-то там, ну в общем, ерунда всякая. Все, спать? Какой подарок завтра? Завтра у нее... Понятно, понятно. Я хочу попросить... Ребят, кто знает, хомяки впадают в спячку или да, нет зимой? Да, они впадают. А прошлой зимой тоже, да, мало она появлялась? Что с этим случилось? Он упал. Он упал? Нет, прошлый год она упала. Она появлялась прошлый год? Или она умерла? Нет, она не умерла. Это правда делают. Пух, у нее еды нет, Ксюш. Мама, она все вниз убрала. Чуть-чуть насыпь еще. Тут я пересыпала случайно. Да. Смотрите, она как распушила. Распушила этот пух. Я не знаю, что она с ним делает. Там он есть в домике? Она его немножко в домик перетаскала. Может быть, она бегала в этом колесе, и оно упало? Вот так вот ей поставим, пусть она бегает. Ей спортом надо заниматься. Все. Покормили? Еду дали? Водичка есть, все есть. Мама, смотри. Телефон убирай. Ты не можешь стоять на одной. Я знаю. Надо ближе встать, да, вот так. Ну-ка. Так. Не можешь, конечно, потому что ты неровно стоишь. У тебя перевес идет тело. Мама, у тебя перевес тела идет, не получится. Ну, ножку подымай. Нет, прям вот возле стенки. Опа. Нет, смотри, не получается. О! Мам. Зубами ударилась. Да, мам. Да, конечно. Ну все, ладно, хватит. Дурачься, Маша, Макс, пошли. Все, каждый по комнате. Все, спокойной ночи. Все, пока. Пока. Маргарита, хватит. Да.
Все, спокойной ночи. Макс, пойдем. Так, все? Что это такое? О, мой телефон. Не знаю, сколько мы сегодня наснимали, ребят. Сегодня мы снимали видео для Маргариты. Что-то сегодня мы вообще ничего не делали. Ничего у нас интересного. Я даже не знаю, как снимать влог каждый день, если у нас иногда такие дни бывают. Прям день сурка, честное слово. Мы просто вообще ничем не занимаемся. Ничем. У нас ничего не происходит, мы никуда не идем. Мы ничего не делаем, поэтому... Влог, наверное, такой получился скучный, не очень, коротенький. Ну, в общем, как получится. Да, вы уж не это. Не ругайте нас. Что сняли, то сняли. Все, всем пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи, говори. Спокойной ночи. Спокойной ночи.